Здравствуйте, Константин. Это видео про ваш переходник M42 Nikon с одуванчиком Лушникова. В первую очередь хочу вам сказать, чтобы вы очень аккуратно снимали и одевали крышку на переходничок. Очень часто контакты одуванчика ломают даже при помощи крышки. Вот как видите, одуванчик наклеен. Сейчас я его вставлю в мою камеру. Очень аккуратно вставляйте и вынимайте переходник с одуванчиком в камеру из камеры. Ориентируйте красную точку на переходнике с белой точкой на камере. И немножечко поджимая, поворачивайте против часовой стрелки до защелкивания. Не перекручивайте переходник, поскольку в нем нет стопорного винта. И советую вам сначала одевать переходник с одуванчиком, потом сверху накручивать ваш объектив. Я запрограммировал фокусные 135 мм и диафрагмы от 4 до 22. Вы всегда сможете перепрограммировать. Вот, как видите, программируется весь диапазон. Неважно, одуванчик наклеен на переходник или на объектив с прыгалкой. Запрограммировать можно весь диапазон. Если вы не знаете, как это сделать, почитайте внимательно инструкцию по программированию. Там все очень подробно описано. Сейчас я упакую ваш переходничок и отправлю к вам. Вот еще раз, как видите, все целое и невредимое. Спасибо за внимание.